Что ты тут делаешь, братик? Что? Так, ничего, идем. Хочу показать тебе новый трюк. Подходите по одному и вместе. Лагерь знаков отличия для всех, у кого пока нет знаков. Ты же сказал, что мы будем тренироваться для показательного шоу «Чудо-молнии Понивиля». Это я иду на тренировку, а ты на занятия искателей знаков отличия. Рады принять тебя в лагерь. Невероятно, твой родной брат Чудо-молния. Ух ты. А Радуга Дэш мне почти как сестра, и она тоже Чудо-молния. Вы знаете Спитфайр? Она рассердится, если я опоздаю. Желаю хорошо повеселиться и что-нибудь попробовать. Кто знает, в чем вы талантливы. Я поиграл бы с вами, но мне пора лететь. Развлекайтесь! Тандерлей! Я имел в виду себя. Ты не единственный пегас в семье. Извини меня, братик, ты прав. Возможно, однажды ты станешь лучшим летчиком в Эквестрии. Но нужно попробовать и другое. Кстати, разве ты не должен быть в лагере? Этот лагерь для неудачников и неумех. Отлично, никакого давления. Ты можешь попробовать все, не боясь показаться неумехой. Это меня не волнует, но я не хочу получить знак отличия в их глупых занятиях. И все же, завтра ты туда вернешься. Нельзя же ходить без знака отличия. Позвольте прояснить, мой братишка испортил вам задумку с лагерем? Как же ему это удалось? Ну, сначала он не мог бросить подкову, плавать на лодке, стрелять из лука, писать карандашом, и мы расстроились, что он не справляется. Теперь он не хочет... Тандерлейн, разве ты не покажешь класс? Нет, я и так чудо-молния, и мой знак подтверждает мою быстроту.
вернет Рамбла. Привет, Рамбл! Не хочешь пройти полосу препятствий? Сегодня я готовлю. Может быть, завтра попробую. Значит, ты завтра придешь? И ты не боишься получить не тот знак? Нет, я и так знаю, что хорошо летаю. У нас это семейное. Думаю, пора выяснить, на что я еще способен.